Всем привет, ребята. Значит, тут такая шняга, значит. Я решила написать рэп. Моя кликуха гнида. Называйте меня теперь так. Это супер название рэп-группы. Вернее, рэп-певицы. Значит, вот я решила сочинить рэп Олегу. Вот микрофон за 15 тысяч, Олег, видишь? Итак, я решила прочитать вам рэп. Это не танец, балет и не степ. Просто обычный рэп Олегу. Он супер крутой, но все-таки он не мега. Он читает рэп, хоть очень и тупой. Я вижу его в школе и кричу: стой! Стой! Так. Стой, педрила, кому я сказала? Я очень давно письки не отрывала. Хочешь, чтобы я тебя оторвала? Оторвала? Ну, если не оторву, то я разобью ебало. Олег не на это ответит четко. Эй, я не понял, да ты мне идиотка. Я с испуга скажу: малыш, я пошутила, ты понял, слышь? И он начнет говорить: Юля, ты вчера клевое видео сняла. Я очень сильно ржал. И после этого кулаком живот мне нажал. Про него можно говорить очень много. Но я всегда говорю: ради бога, Олег, вали, жри, я босый снег. Все, конец, йоу. С вами была гнида, йоу.